Дорогие друзья, как почистить замшевую обувь в домашних условиях? Давайте посмотрим на вот этих парах Лора Пиано. Изначально мы вставляем формодержатель соответствующего размера. Осматриваем. Если обувь не особо грязная, мы счищаем всю пыль мягкой щеткой. Далее берем более жесткую щетку. Осматриваем. Берем простой спирт или жидкость для снятия лака, чтобы очистить резиновую подошву. Делаем это аккуратно, чтобы не задеть замшевое изделие, так как останется ореола отпечаток. Берем каучуковую щетку и поднимаем ворс снизу вверх. Далее осматриваем обувь. Доводим чайник до кипения и держим замшу над паром. И обновляем цвет. Берем бесцветный баллончик спрей на расстояние 30 сантиметров.